Этот отзыв я оставляю на крема, которые содержат бадягу. Эти средства я нахожу только в аптеке. Первое называется бадяга, восстанавливающий гель от фирмы Фитосила Биос. Гель обладает ярко выраженными рассасывающими свойствами, которые проявляются при обработке области гематомы измельченными частицами бадяги. И вот такой вот тюбик от 7 нот здоровья, называется Бодяга Форте. Также он написано, что это гель от пигментных и застойных пятен при угрях и синяках. Что могу сказать о двух этих кремах? Они оба хороши. Недавно я покупала 2-3 штуки вот такой вот бодяги. Я использую их в качестве масок для лица. Если у вас кожа склонна к жирности, у вас реально жирное лицо, бывает как сковородка, и вы хотите убрать эту жирность естественным путем, выровнять цвет лица, очень рекомендую как эту бодягу от 7 нот здоровья, так и эту. По-моему, эту бодягу раньше выпускал кто-то другой, но упаковка и состав остались те же, которые были. По-моему, это была не Фитосила Биос, а что-то другое. Так вот, какая разница между ними? Вот эта бодяга восстанавливающий гель, который тоже можно использовать в качестве маски, как по мне, то даже лучше, чем Бодяга Форте. Вот такая вот консистенция у него. Прозрачная. Мне очень, в принципе, нравится использовать его. Оставляю маску где-то на полчаса, так хожу по дому, потом смываю через некоторое время. Кожа, особенно утром, на следующее утро, когда я просыпаюсь, я вижу, насколько она ровная, без всяких покраснений, шелушений. То же самое можно сказать и бодяге Форте. Эффект тот же самый, но по консистенции он немного отличается. Отличается он более темный, чем бодяга восстанавливающий гель. И он на основе немного других веществ. На данный момент я уже не помню, но вот этот бодяга восстанавливающий, там находятся более дешевые вещества, но в то же время больше эффективные, чем, например, вот эта бодяга. Но и за счет того, что тут вот измельченных частиц бодяги больше, чем здесь, тут эффект скрабирования происходит больше. Эта же бодяга, она с частицами покрупнее. Однако почему-то, не знаю, по своим ощущениям своей жирной кожи, что могу сказать, вот эту бодягу я использую чаще. Если ее нет в продаже, я покупаю эту бодягу, в принципе, обеими бодягами я довольна. Так что если у вас есть пятна, рубцы, пигментные пятна, прыщики. Вот, кстати, на прыщики гной.